В рамках семинара обсуждались вопросы, связанные с привлечением инвестиций в сферу ЖКХ, импортозамещением в развитии объектов водоснабжения и водоотведения, а также организации муниципального контроля и аудита на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На сегодняшний день уровень изношенности технологического оборудования, источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения достаточно высокий. Последнее время требования по техническим параметрам, которые закладываются в предоставление жилищно-коммунального коммунальных услуг, значительно увеличились. И поэтому без модернизации и реконструкции невозможно будет достигнуть необходимого качества. Модели помощи муниципальным образованиям по формированию внутренних модернизационных программ для того, чтобы вам помочь самим привлекать инвестиции в виде соответствующих длинных проектных денег. Напомню, что проектные деньги сейчас можно получить по 9,5%, это вполне себе разумная нагрузка на финансы, и самим заняться вопросами модернизации коммунальной инфраструктуры, оставаясь в структуре МУПа. На прошедшем семинаре были рассмотрены способы решения данной проблемы. Безусловно, за счет одного тарифного регулирования этот вопрос не решить. Необходимо привлечение инвестиций. Но для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность сферы ЖКХ, требуется внедрение инновационных технологических и управленческих решений. Чтобы бизнес более активно вкладывал средства в развитие коммунальной инфраструктуры, ее надо сделать более прозрачной. Каждое муниципальное образование выбирает для себя свой путь, как это реализовать. Юлия Погосьян, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.